На большей части Казахстана установилась жара. На севере прогнозируют повышение температуры до 42 градусов. Жители уже спасаются от знойной погоды у водоемов, а спасатели перешли на усиленный режим работы. Нургуль Ахметова расскажет. Лето только началось, а купальный сезон на севере уже в самом разгаре. На пляжах Петропавловска довольно многолюдно, у воды жители спасаются от знойной погоды. Очень жарко. Мы приехали на озеро, чтобы хоть как-то освежиться. Я не так давно живу на севере. Даже и не думала, что в первые дни лета здесь может быть такая погода. Не до отдыха в это жаркое время спасателям. В регионе высокий риск пожарной опасности, плюс к этому усилили дежурство на водоемах. По области лишь 58 мест разрешены для купания. Досуг на диких пляжах может обернуться печальными последствиями, предупреждают специалисты. Не купаться в запрещенных местах – это самое основное. Не купаться в алкогольном опьянении, не оставлять детей без присмотра. Все плавсредства сотрудников оперативно-спасательного отряда, также все водолазные средства, водолазные снаряжения подготовлены к купальному сезону. Синоптики отмечают, регион находится под воздействием теплых воздушных масс из Ирана и Средней Азии. Отсюда и сильная жара. Ожидается, что в ближайшие дни температура поднимется до 42 градусов. Для аграрной области это не самые благоприятные условия. Такая вот сильная жара, она очень негативно влияет на развитие сельского хозяйства. Соответственно, у нас идет интенсивное сушение пахотного слоя. Мы проводили обследование запаса влаги в почве, и оно выявлено, что практически повсеместно, по всей области, запас влаги в 20-сантиметровом слое, он недостаточный, то есть намного меньше нормы. По прогнозам Казгидромета, постепенно жара начнет спадать после 6 июня. На смену придут кратковременные дожди, грозы и пыльные бури. Нургуль Ахметова, Куаныш Казбеков, Петропавловск, Хабар 24.